Положение не знаю, определено. Сейчас, фотки мне пришли, я не знаю, что это. А, ладно, я сейчас буду в машине сфоткать. Ага. Я понял. Сунь ее на место. Откуда выпало? Туда и засунь. Я понял. Вот. Поверните налево. Так что так. А вот это на стекле какая-то хуйня бандура еще. Ты что за зеркало? Вот еще дополнительно. Зеркало одно, а еще вот этот провод какой-то торчит. Еще один. Слушай, не знаю, не помню уже. Да я шутку. Энду, у меня там вторая линия. Давайте попозже чуть-чуть, а? Давай, все. Алло. Слышняк? Андрюша, я разбор звонил. Ты ему не отправлял? Вот, сейчас только собираюсь. Алло. Здорово, Серёга. Привет. Бля, заехал в гараж, вот сейчас тут пофоткали чуть-чуть. Вот. Единственное, что там, блядь, пацаны чуть неопытно, блядь, разобрали. Понял, там центральную консоль, где, ну, где сам селектор, понял как? До пластика. Вот, ну, блядь, не знали. Надо было в сборе ее оставить. Да там все уже, болтики, хуй знает ничего, блядь. Да. Вот. Ну понял тебя. Ну я, короче, это. Ну понял тебя. Да. Ну короче, смотри, я там перефоткал двери в сборе, пока не разбирал. Прям в сборе и выкладывай их, хули. Потом это, будут приезжать, будем говорить, что это, блядь, сразу. Фотография, она будет вот без нас. Да, фотки в сборе. Короче, накидаю, что я там нафоткал. Сейчас поэтапно будем, короче, это. Сейчас часть отфоткал. Сейчас мы, короче, там тачка в Твери, сейчас в Твери, короче, поедем. Вот. Сегодня вроде как должна продаться, хуй знает. Да, кстати, поедем, как по поезд поедешь, да? Ага. Чтобы узнать подробнее. По поводу, можно ли есть, да? Он говорит, можно. Говорит, расклеивайте и ездите. Это я уже спрашиваю. Да, переспрошу. Я тебе тогда, ну, отзвонил. Угу. Окей. Вот, это там, кстати, знаешь что, а можешь еще сайт свой скинуть, который твой, ну, твой сайт, который? Альфа-запчасти.ру. Альфа-запчасти.ру, да? Да. Все, ну, понял. Вообще, на самом деле, смотри, как бы, Ну это я не шарю, Эдвин, я все равно в этом не шарю. Мы к тебе потом с Вальком приедем, вот кто у меня этот товарищ разбирается. Еще потрещим разочек. Вот. Да, мы к тебе еще заскочим там вот завтра. Вот. Ага. Некоторые регионы просят
Ну, понял тебя, понял. Ладно, сейчас вот, прям сейчас это, прям сейчас, короче, начну там это уже кидать тебе. Ага. Кого спрашивают? Ага. Ограничение 60. Ну да, да. Ну понял тебя. Ага. Окей. Ну все, дядь, сейчас я тебе скину там двери, капот, крышу. Там вот эти мелочушки все, которые там пофоткал. Ну, я там просто угол разобрал один. Вот. Поэтапно буду сейчас там один угол, второй угол, там чуть-чуть все это сделаю. Ну все, давай, лови, сейчас буду кидать. Давай. Я вот сторонник того, что нужно делать такой же сайт. Конечно. Но вот. Немножко грамотней. Он у него продвигает, во-первых, у него сам сайт по себе корявый. Сильно корявый. Ты смотрел его? Только что. Вот, во-первых, сам сайт корявый, во-вторых, он у него работает за счет Яндекс.Директа, за счет рекламы, а сайт должен SEO продвигаться. Ну, продвигаться ну, это вот поедем к нему, ты с ним, чтобы ты ищешь, там может как-то. Да, можно сообщать. Наверное, незачем с ним о чем-то трещать. Нам нужен человек, который будет делать нам сайты. Надо на BMW, надо как-то взять и сделать. Надо. И этот человек сможет, ну, блин, он сам немножко пока изучает, да, всю эту тему, ну, с каждым, все время обучается в этом сайтостроении. Или взять и кому-нибудь заплатить за этот сайт. Можно, знаешь, как сделать? На Яндекс.Услугах создать этот, услугу. Необходимо сделать сайт автозапчастей и туда запихнуть, смотри, моя идея туда с Авторусью, моя идея с Авторусью и вот эти вот БУ запчасти. Смотри, хватит нам, видишь, сколько бензина? 410. Не, это сколько я проехал со вчерашнего дня. По этому, по стрелочке. Ну вот, по шкале. Да, понял. Да. Нам хватит туда-обратно. Да ладно? Да. Серьезно? Да. Даже заправляться не будем. Впереди камера. Ограничение 60. Ехать пенсионерским стилем. Я что-то не верю. Давай поспорим. Посмотри, вот этот съезд, видишь, прямо. Ага. Когда я работал, видишь, здание, треугольники торчат. Ага. Я вот там работал, вот здесь, на этом съезде, разогнался мотоциклист и вон туда улетел. Давай. Да, прямо. Там стоянка под мостом находится. Это как-то доебашить. Ну вот он сильно это, сильно дал, да, без мата. Этот, он сильно гнал и что-то, видимо, не справился и просто по прямой туда ушел. С мотоциклом, сам улетел, мотоцикл туда улетел. Нет, наглухо. Вертолет прилетал, пытался приземлиться, не нашел мест. Не нашел места, чтобы приземлиться. Но он уже поздно было.
А сайт делать надо. Надо, Серёга. И смотри, помнишь, к чему я говорил? А-ля Ферио надо делать сайт. Я к тому, что брать их подход, и вот так же, знаешь, но они, правда, 7 тысяч берут за марку, да? Брать поначалу, я не знаю, там, поначалу бесплатно, а когда это разовьется, делать там 1000 рублей за марку, 2-3. Но сайт делать надо. Я уже вот сколько твержу, что все уходит в онлайн. Все будет там. Я и компрессор кондиционера скинул. Все. Что-то печатает. Марку я его завалил. Понял каждую детальку, все, что было в углу, там, понял, все, подфоткал. Ага. Все. Так, все. Не, все устраивает, вообще, братан, ничего, как не устраивает, с вас сошел. А? Ладно, ладно, сейчас докидаю, там 20 фоток осталось. Ага. Не, не, вообще не переживай, мы не такие. Мы все в честную. Ага, понял, окей. Сейчас докидаю еще остатки. Сейчас даю, что цены еще выстрелятся, какие, ну, сколько по счету давать. Впереди мобильный пост ДПС. Сколько он собирает? 20% накручивает и выставляет у себя.
ну, кстати, ставит среднюю цену. Но он, блядь, я ему говорю, что мы крылья по 4 отвечали, он говорит, вы ёбнулись. Они, говорит, по 6, блядь, в идеале стоят. Не знаю. Да, понял. Давай это, приучать себя. Мы сапожниками стали. Всё, извините, не навратим, но лексику больше не используем. Надеяться, что мы на полной уедем. С бабками. Да. Завтра. Завтра? Уедем завтра. Почему? Потому что зависит там гостиница все. Надо будет съездить, по-любому, с тобой еще. Чтобы там понял, как все это работает. А я примерно понимаю. У него там такой бедлам, это пиздец, так все завалено нахуй. А у него много машин, да? И разных. Только на улице, чтобы завод здесь стоит. Что же у него там за территория такая? Да, ставят фокусы, там, что-то нет. А он в Подольске. Да. А что он сказал насчет этой центральной консоли, я что-то не расслышал. Он говорит, ну, говорит, редко покупают, говорит, пальцы. Некоторые из-за детальки, типа, кто-то ломает, там, потихоньку можно продать в куче пластика. Редко перестреляет.
Но надо делать самим. Я вот прям все уши. Конечно, надо, но нам надо сейчас хоть чтобы хоть как-то с места сдвинулось. Пока мы это не можем сами сделать. Пока. Пока хотя бы так. Да, пока хотя бы так. Но и опять-таки, нам ничего не мешает сделать еще самостоятельно. Пусть у него тоже будет. Наоборот. И там, и там, и там должны быть. Но я просто к тому, что если свой сайт, на своем сайте ты можешь выкладывать не только свои запчасти, а другие. Вот как он с нас 20% зарабатывает, точно так же и мы. Это не 20%, мы не будем зарабатывать 20%. Алло? Че? Че, скучно? Да делать нехуй делать своим, блядь. Одной какой-то получился. Да. Может так сделать. Да? Ну потусуем сидеть там, что, дверь посмотрим, блядь. Ну хули, нехуй делать все равно. Мат. Вот, ты там хоть ребята выйдем? Цепь. Ну ладно, что. Дверь посмотрим, катаемся там, блядь. Тусуемся. Ладно. Ладно. Ну давай, может это, если что там как там, вот, любите. Давай. Что я говорил-то? Брать будем не 20%. Пусть люди сами выкладывают на первых порах бесплатно. Просто вот выкладывают туда свои объявления, свои запчасти, какие у них есть. Обзванивать разборки, предлагать, типа, ребят, не хотите ли вы? Да это можно не только планировать, это можно ходить по разборкам. Говорить, ребята, вот у нас такая новый портал открывается. Да. Давайте, все бесплатно, все на портал. А потом включить комиссию. Да, вот, все прикрутились. Вот и представь, у тебя там, я не знаю, 100 поставщиков, 100 человек выкладывается, да, у тебя на сайте. И каждый месяц платит за каждую марку по 1000 рублей. А у некоторых там не одна. Можно политику менять, не так, как Ферио делает. Почему на Ферио они приехали в Америке сидят? Потому что сайт очень дорогой. 7 тысяч за марку, это, конечно, блядь. Вот. И у них какая политика? У них только, видишь, ее лица. Надо делать, чтобы мы их из лица могли это тоже делать. Ну как, зарегистрировался приложение сначала. Тебе приходят запросы, если ты хочешь продать запчасть. Вот ты зуб оплатил, там вот как храба. Храбу оплатил, и запилишь запрос. Вот тебе аукцион получается запчастей, да? Да, только вопрос, как с одной стороны это правильно делает Ферио. Там насчет налогов вопрос. Мы же не можем просто так с физика взять. А как делается? Да? Включение 60. Как это делают? А как делают Авито? Не только АВСТО, Хараба. Авито, Автору, они же не только юрлиц, они же всех. Да? Еще можно делать это частями. Никто не говорит, что у нас сайт сразу заработает. Еще мы можем делать частями. На Яндекс.Услугах создали заказ. Необходимо там подобрать грамотный домен. Ну, этих искать, фрилансеров, которые за услугу берут не целиком сделать сайт, а за услугу там подобрать домен, выбрать, ну, этот, оформить хостинг. Да, в принципе, это самое. Это есть в Телеграме дохуя каналов, дохуя групп, где фриланс
Ну, фрилансер. Да, я понял, да. Понял, да. И там очень много фигни. У меня есть стена. Сейчас покажу. А вот сделай там запрос. Я это грамотно не сделаю. А? Я так грамотно не сделаю. Не, просто напиши, необходимо создать. Зона фриланса. Вот. Сайт автозапчастей. По подбору автозапчастей. Новых и новых. Можно в любом метро зарядить ее. Впереди камера. Да, хорошо. Ну а что писать? Нам туда ехать 3 часа. Не знаю, сколько мы там, и не знаю, как мы будем обратно добираться, на одной или на двух машинах. Пока непонятно, но сегодня мы в любом случае либо продаем ее и забираем деньги, либо не продаем и забираем машину. Да, да, да. Да. Хорошо, хорошо. Они сразу и сумму пишут. Впереди камера выделена полосами. Нет, это не наш вариант. Это не эти листы? Я все, ну не все, а несколько штук пролистал. На самом деле, смотри. Частично я могу сам в этом разбираться, да? Все есть на Ютубе. Как ты делаешь этот, ну, допустим, не знаешь устройство какого-то автомобиля, да? Перед ремонтом глянул в YouTube, ты все понял. То же самое есть и по поводу создания этих сайтов. Но на это нужно время. А для того, чтобы было свободное время, нужен стабильный доход. Вот чтобы сидеть в этом офисе и паять этот сайт, потихоньку, не отвлекаясь ни на что, нужен какой-то стабильный доход. Откуда, с чего он взял название альфа-запчасти? Вот почему альфа-запчасти? Просто так понравилось название. Тут понимаешь, что к каждому пункту, который ты делаешь, нужно подходить грамотно и с умом. Потому что вот ты сейчас сделал, да, допустим, альфа-запчасти и ошибся. Тебе домен нужен другой.
А у него сайт работает, допустим, уже год. И этот год, он продвигается, как альфа-запчасти. Но он продвигается, ну, медленно. Можно сделать, чтобы он продвигался быстрее, переделать это все по новой, но ты теряешь год, то, что он у тебя продвигался, что-то меняешь, и он у тебя по новой начинает. По новой начинает работать. И опять все заново. Да, да. И когда ты меняешь что-то, да. Да. Ну, закусились. Не поедем, да, по платке, наверное? Думаю, нет. Блин, там 790. Срочный турбо режим включен в дверь еду. В дверь стартанул, да? Блять, нет времени, нам надо ехать туда, там наш человек ждет. У нас там машина может продаться сейчас. Мы документы везем. Ну, на свальком, наверное, товарищ. Я же тебе звонил опять, ты опять трубку не берешь, хотел тебе сказать, что не получается. Ну, блядь, братан, у меня там взрывается телефон. Поэтому меня отвлекли, и я забил. Да, да. Так что там Гарик там тебя ждет, кстати. Я у него сегодня был, а он говорит, это, что там Леха, я говорю, не знаю, он говорит, ну пусть убирает. Собрался там шашлыки куда-то к шею найти там и так далее. Блять, ну некуда делать, вообще без них. Ну хуй знает, дай бог кончу, блядь. Давай, давай. У меня денег нет на телефоне. Кинь мне 100 рублей, а, пожалуйста. Дай. Ладно. Ну, есть, конечно. Ну, нища, Лень, ну, помню, потом как-то. Сейчас у меня тут разрыв опять мозг будет. Давай, давай. Вот такие ценники. Подрамник 9, дверь перед 12, зад 10, крышка, крыша, так, крыша 12, капот 12, форточка 1,5, пара 7, фонарь 6, пластик обустроили. По двери в сборе он сунул? Нет, не в сборе, голые. Тебе правильно сделали, что типа снова ты разговаривал, типа слышал, да? Что нет. Мы выкладываем в сборе, а продаем в сборе. А что, кстати, Хижняк сказал? Сказал, что тебе, типа, заняться нечем, что ли? Я говорю, ну а хули делать, у меня есть свободное время, почему нет? Он говорит, ну он едет, ему звонили, типа, он едет.
Я говорю, ну все, значит, мы там потусуемся. Ну да, либо да. Забираем авто, либо забираем деньги, да. Все. Говорит, типа, менеджеру звонили, он едет. Я говорю, ну все, заебись. Подбор авто в Москве с пробегом. Мне нужен автомобиль Volkswagen Tiguan 11-12 года выпуска, объем двигателя 2.0, пробег до 160 км. Желательно, чтобы количество владельцев не превышало 2 и продавал частник владелец авто. Бюджет для авто до 680 тысяч, для 12-го до 750. Прямо сейчас? Отдай, конечно. Все, окей. Ну вот, как мы с тобой говорили, самое главное, чтобы мы на навыки 600 не меньше получили. Мы едем, а он там, он уже там, все, да? Может, побольше 600. Все, давай. Че? Говорит, посмотрел машину, говорит, не больше 630, не больше типа 630 не дам. Если типа отдаете, давай. Ну, 630, да, собирают 20 им, 610 нам, да? Нет, 600 нам. Почему? Типа там, с... что-то, короче, там мыли, не мыли, короче, 605 нам надо. Говорит, блядь, там, говорит, менеджер Артем еще, говорит, очень долго возился с ней. Я говорю, 600 не меньше нам надо. Ну, он сейчас же 600 и отдаст. Да, ну мы так и договорились с ним изначально. Что, 600 сделаешь, чтобы нравится получить. Давай дадим, куда ты на него,
впечатление все жопа. Просто смотри, какие у нас по ней расходы были. Все там у нас записано. Все, ну, вспомни, какая сумма? Под 500? 470, что-то. Ну, под 500 тысяч. Это мы по 25 тысяч за полгода заработали. Блин, ну все равно, блин, не в ноль. Сейчас она постоит еще пару месяцев, и поверь мне, в ноль. Ой. Все, отъебаться, и все, до свидания. Вот что-то в плюсе, и все хорошо. А, там еще не забывай то, что мы же это, в эти 470 входит то, что ты там вкладывал, что мы с Коляном давали с ракет, там, с Владиком, ну, с того. Они а сейчас вернутся все деньги. А что мы вкладывали, я не понял, да? Ты там тоже давал что-то со своей половины. Да. На Камрюху я помню, сколько там, 17 или сколько, в один. Что-то, по-моему, ты давал там. Надо, Саша, короче, что-то не смог дойти, а ты что-то давал. Вот на Камрюху, по-моему. Да, это на Камрюху было. Детский садик у тебя не оплачен? Да, 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 у меня дофига чего было не оплачено. Это Камри была. Да, вообще уже все перемешалось. Thank you.
еду в Солнечногорск. $700, между прочим. Ага, сейчас, подожди. Так, ну, чё там? Номер телефона запиши, позвони по этому номеру телефона, поднимет Артём. Сейчас. Прощай, Артём. Сейчас, секунду, подожди. Диктуй. 8-919. Давай. 0-56. Ага. 39. Ага. 99. Так, и чё сказать? Спроси Артёма, скажи, что это Серёга по мазе. Ага. Вот он поймёт. Вот, он тебе скажет, какие документы ему нужны для того, чтобы он начал оформлять договор. Я тебя понял. Все, сейчас наберем. Вот, пришли просто. Артёма спроси. Ага, давай. Давай. Давайте газуйте быстрее, вылетай на платку. Да, Артём, привет. Давай. Да. Артём, вот Серёга, вот по Мазде. Я понял, Серёга. СТС-ку мы оставляли. СТС-ка у вас, да, пластик, этот, как у БТС сейчас сфоткаем, копию паспорта собственника, да? Да, человек со мной, вместе едем. Так это же все снимали, когда оставляли машину. А мы же когда оставляли машину, там хижняк все снимал, копии. Давай, я тебе сейчас на WhatsApp. Примерно сколько у нас на игре пишет? Сейчас скажу тебе точно. Это 2 часа. Примерно 2 часа. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. Впереди камера. Ограничение 60. Сейчас все достану. Сейчас все будет, шеф. Мы по внутренним сайтам. Скажите. Не отвлекайтесь, главное. По внутренним понимаете, нет? Да. Папа. Есть. Ничего. Вот здесь паспорт. А вон документы. Одни на трешку, одни на пятерку. Ничего себе, кто это? Не похож, нет? Да. Да. О! Сонин Евгений Федорович. Сонин Евгений Федорович — это собственник. А купили ее по договору себе мы, без смены собственников ГАИ. Вот. А Мусин Валентин Александрович, сейчас новый собственник. От Мусина, да. Да. Да, все правильно. Все, девочка, красавчик, давай, бомби. Надо отправлять? Не надо, говорит, нашелся копий. А, паспорт убрал, да? Да, все, обратно. Фух, блядь. Надо быстрее, пока он не передумал. Конечно. Я пытаюсь найти переписку, где я Сашке писал, сколько мы ему, сколько он вложил, вот это вот все. Я дойду видео на
Коляну скажу, сейчас 550 не надо, не надо, не надо, не надо пока. Когда начинаешь опережать события... 550 отдадим или нет? Все хуёво идёт. Ну, то есть, для кого тебе сказать, что сейчас 550 отдадим? Да? Ну, давай, ладно, подожди. Я тоже суеверие начинаю, потому что я в суеверии вроде. Опасность. Ограничение 80. У вас-то по Мазде все записи есть. А? По Мазде есть все записи сейчас. Наверное. Мазда 5. Awesome.
порой пострашнее водишь. Что ж ты боишься? Я вообще сам охуел, когда я страшнее. Ты что? Я вот не понял, оно в городе или нет? Да, 60 раз. Сейчас вот, вот Вольво, пожалуйста, тебе. Прям вот 550, блядь. А забирал прям вот на тебе. 500 сейчас, 550 потом. Похоже, да, ну на. А, 520 сейчас. Да, ну на. Слушай, а мы когда купили Мазду? Блин, в ноябре мы купили. В ноябре, да? Поставили 800 тысяч, не пошли шевеления, не проявление интереса. 800 тысяч, и сейчас за 600, ты представляешь? Это мы просто трэш. Надо брать Polo, Solaris, Шкоды и вот такие вот продавать. Причем, наверное, на аукционе. Вчера мне Слава Перекоп позвонил. Че? Позавчера его... Ой, блядь, я его забыл же набрать, блядь, пиздец. Он и Мазду продал, все бы продавал. Вчера BMW у него покупали. BMW опять начала глохнуть, я его к Димону отправил.